Ну, я, может, еще немножко поем. Я, по-моему, только и делаю, что жру. Я как тот безликий. Да не. Ты смотришь? Да. Оскар, это опять я? Здравствуйте, Кейт Уолкер. Почему мы не отправляемся, Оскар? Я должен следовать инструкции. Ваш билет, пожалуйста. Отдавай ему билет. А. Угу. Пожалуйста, не думай, что ты мне наскучил, Оскар. Но... Что это такое? Пауза. Буква П? У меня тоже нет, много пробел. Дел, Кейт. А так, сейчас можешь поставить паузу? Угу. Фига себе. Вот, держи. Но теперь-то мы можем ехать наконец? В данный момент я не могу принять ваш билет, Кейт Уолкер. Пожалуйста, сохраните его. Почему ты не берешь билет? Я должен следовать инструкции, Кейт Уолкер. Были соблюдены не все... Ух, люди. Давай ему ту бумажку. Да, вот его не... Держи свое идиотское разрешение, Оскар. Отлично, Кейт Уолкер. Благодарю вас. И чё? Не дают. А, теперь билет. Вот, держи. Но теперь-то мы можем ехать наконец? В данный момент я не могу принять ваш билет, Кейт Уолкер. Пожалуйста, сохраните его. Не понимаю, почему мы до сих пор не отправляемся. Неужели это я задерживаю поезд? Не хочу показаться невежливым, Кейт Уолкер, но боюсь, что для отправления поезда соблюдены не все условия. Оскар, если это шутка, то мне не смешно. Мне нужно найти Ганса Фуарберга как можно скорее. У меня есть четкие инструкции, которые я должен выполнять. В багажном отделении имеются полки, предназначенные для хранения крайне важных предметов. Пока эти предметы не будут на месте, поезд не отправится. Прошу меня простить, но я должен вернуться к своей работе. Слон и... Я не хотела нарушать правила. Валик, наверное. Попробуй туда сейчас пройди. Это обратно. Там, смотри, еще полки. Видишь, другие есть. Нет, сначала туда пройди. Подожди, стой. Стой. Дай мышку. Вот так. Эти полочки. Похоже. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще 4 предмета. 4 хлама собрать надо. Хлам. Там смотри. Помнишь, можно ту, откуда ты валик взяла? Угу. Статуэтку, наверное, тоже оттуда можно спереть. Думаешь? А, во! Смотри, мои шмот уже принесли. Мне не нужен лишний груз. Лишний груз.
Надо вспомнить, где мы еще не были. Мы не были в том доме, помнишь, где она сказала, типа, я не могу это открыть, но мне срочно надо туда попасть. Мы еще не были в этом, в церкви. Интересно, этот знает что-нибудь? Может, он подскажет Оскар, хоть что-то? Это опять я? Здравствуйте, Кейт Уолкер. Оскар, что бы ты сейчас сделал на моем месте? Встроенная в меня система принятия решений не позволяет решать задачи, выходящие за пределы моей компетенции. Какие слова знает, а? Поезд просто изумительный. Буду путешествовать. Я рад, что он вам понравился, Кейт Уолкер. В основе проекта этого поезда... Пожалуйста, не думай, что ты... У меня... Так, ну, тогда... Пойдем сходим. В церковь? Да, сначала. Это налево. Ой, да иди, пожалуйста. Ленивая жопа. Спасибо, кисенька. Я устала на кнопку нажимать. На одну. На одну. Игра и так одна кнопочная. Двух. Мне еще надо escape нажимать. Тянуться до escape. Ну ладно. Двухкнопочная, прям как мой Луиджи. А, то есть Лусио. Ты решил теперь правильно произносить его имя? Ну я стараюсь, но у меня редко получается. А ну неудобно для произношения. Луиджи как-то удобнее. Здесь мы были? Здесь, да. А, да, там ребенок. До церкви, да? Да, выходи. Да, пойдем до церкви. Мне кажется, он скажет, типа, ноуп. Все, узнаем. Третья же, да, выходит. Наконец-то с нормальным графоном. А вторая с таким же графоном? Да, там примерно год разницы. А, да нет, наоборот. О, смотри, реально дверь открыта. Ура, все, дальше я играю. Давай. Ага, сейчас. Так. Эй! О, могила. Алло! Кейт, ну что, как дела? У нас проблема, мистер Марсон. Какая проблема? Кейт, не молчите, в чем дело? Кажется, объявился наследник. Что? Ее младший что? Брат Ганс. Похоже, он еще жив. Без его согласия сделку не оформить. Это еще что за новости? Откуда он взялся? И где он сейчас? Что говорит нотариус? Ничего не говорит. Ну, то есть, больше ничего. Понимаете, это очень странный городок. Тут все какое-то странное. Люди, вещи. Никто не хочет говорить со мной откровенно. Мне придется провести расследование. Эй, игрушки по всему свету. Это один из наших самых важных клиентов. И мне плевать, как с вами говорят в этом чертовом городишке. Вы не вернетесь в Нью-Йорк, пока не оформите сделку. Понятно? Да, мистер Маркс. Можете на меня рассчитывать. Я... О, черт. Пойдем по кладбищу погуляем. Может, откопаем Анну? Ганса откопаем. Да, либо Ганса, пустой гроб. А, тут ничего нет. Разве? Угу, тут никаких взаимодействий вообще нет. В принципе, я тоже особо ничего не вижу. Эх, мало погуляли. Это Анны, да, я так полагаю? Нет, это просто, по-моему.
Хотя хрен его знает. Или какого-нибудь первого Фаральберга. Ну, я не думаю, что это чисто их именное кладбище. Это кладбище деревни. А, вот-вот. Здесь зарыто. Склеп. Мне туда не попасть. Печаль. Что ж скажу? Давай сюда. Потом в церковь. Там, наверное, в церкви на нас смотрит. Ну, кто там вокруг так бегает? Стимпанк. Там. Тут тоже вход. Давай с центрального сначала постараемся, когда она скажет, что типа не могу. Бесполезно, заперто. Боже, какая предсказуемая игра. Здесь вообще можно через парадную дверь прийти? Куда-нибудь? Никуда. Ага! Угу. Ой, нифига себе. Клёво. Ой, башка. Ой, ещё бошки всякие. Манекены, ты же их так любишь. Ну, вижу манекен. Ой, птички тут гнёздышко свили. Можно ей шумку сделать. Ой, смотри, чешется. Какая она ограниченная. Ага. Если эта штука вообще работает, в ней явно чего-то не... Надо ему что-то сюда вставить. Чтобы он заработал. Она же где-то на первом этаже искать. Через заднюю дверь. Какой лифт? Кто угодно шестеренки забрать может. Ну. Ну этот мамо так и сделал. Ну да. Выковырил оттуда шестеренки. Та-да-да-да. А еще сюда можно, стой. Он туда же попадешь. А, ну да. Да. Там Иисус Христ. О, к нему подойти можно? Да, помолиться, наверное, можно. Ой, куртки. Ой, так это не этот, как робот. О, боже. Ключ. Это робот, по-моему. Изображен. Пипец, там такой след от того, что... Ага, да-да-да. Туда-сюда, беспалевный. Угу. Слушай, реально. Пойдем пошарим в ящике. Конечно, не странно, все разговаривают. Ходят шариться по ящикам. Эта штуковина застряла. Не открывается. Ключ.
правом верхнем углу. Дырочка, видишь? Это штуковина. Красная профокарта этому чуваку, наверное. Для робота. Синяя. Или какая-то там еще. Лиловая. Все, ничего спереть не могу больше. А что такое? Зачем она? Открой третий ящик еще раз. Сверху третий. А, на снизу третий тоже. Видишь, там что-то такая фигня какая-то есть? Вон там. Дерни ручку. Во. Вау. Вот это да. Ой, опять читать. Моему преемнику, приходскому священнику Владилена. Воистину, соблюдение тайны, исполнение священный долг. Я хочу поделиться предшествовали тягостным раздумьем. Однажды в марте 38-го в мою дверь постучал Рудольф Фаральберг. В те времена я был молодым священником, благоговел. Ну и почерк перед этим человеком, самым влиятельным и достойным в нашем городе. В тот день шел дождь, лицо было обрамленное, слившееся тут волосами, страданиями, бла-бла. Войдя в затененную комнату дома... А, это вот которого он попросил священника, да, это отпеть свой пустой гроб. Я увидел стоящий в центре гроб Ганса, крышка гроба закрытая. Си сказал, что не хотел бы, чтобы кто-либо видел тело, ужасный сковерканный труп. Подножен под обрывом, предположительно, юноша поскользнулся и упал с высоты. За землю, за 18. Мне бы хорошо жалко. Я поверил ее словам, провел похороны. Отпевание, погребение, похоронили, как подобает, достойно торжественная жизнь в руках провидения. Позабыл этот этический, трагический эпизод, но несколько лет спустя, после кончины отца Санны на фабрике, произошел несчастный случай, едва не приведший ее к гибели. Такая близость смерти, похоже, породила в ней желание исповедаться. Слышанное мной в тот день до сих пор не дает мне покоя. Она поведала мне, что тела ее младшего брата нет в именной спальнице, потому что он все еще жив, и отпевал пустой гроб. Я позволил этому свершиться и своему частому маскараде, устроенным Вольфом, для того, чтобы излить слепую ненависть, которую он испытывал сам Сенс, и наставил, что человек, который приезжает в свою нишу, который священником он был тогда, который священником он был тогда, приведет ужасную тайну в ваши руки, а, ничего такого интересного, короче. Кстати, почерк точно такой же, как и так, в везде дневнике. Тут одинаковый почерк везде. Еще почерка тебе будут. Ну, вдруг разные люди. Ну, тоже беспалевная штука. Так, ну все, да. У нас есть ключ и куча карт. Пойдем туда. Закрыто, наверное. Бесполезно. Не, ключ Фаральберга. Это от того дома, наверное. О, от усыпальницы, скорее всего. От усыпальницы. А мне кажется, от дома. А может, от дома, сейчас посмотрим. Можно сначала подняться к этому, к автоматону. Угу, я, да, тоже к нему хочу.
Это, я думаю, надо знать, какую всунуть карту. А, ясно. Разные звонки. Ой. Это, наверное, когда кого-то хоронят. Оба-на. Да, сейчас она откроет. А, вот, да, ты прав, да, ключ. Эти серфокарты мне больше не нужны. Отлично. Не могу забрать на яичницу. Сигануло бы в окно. Ну, там нормально высота. Ну да. Я думаю, что в лучшем случае с ней случится то же самое, что и с Гансом. Зачем ей туда, интересно? Аж эту шмотку какую-то забрать. Шевелились бы деревья? Ну, я думаю, в новой будут шевелиться. А в новой, скорее всего, все будет. Да, я знаю. В 3D. Ну, я не думаю, что будет вот так. Ну, кстати, так тоже неплохо. Ну да, я вот хотела бы, чтобы именно так было, но прям вот по, ну, как бы на 2016 лад. А не. Мне нужен ключ. Ты дура? Какие страшные. Угу, так прикинь, лечь на них. Мое дыхание хорошо слышно? Ну, ты сопишь, я слышала, ты свистишь носом. Ничего не могу поделать. Хотя вроде не дышу в микрофон. А, вот это у спальницы Фаральбергов. Ну это видишь описание того, что. Ага, типа он умер, упав, выбрав. Новость в городе. Ага. Задвинуть не хочет обратно. Все, больше ничего спереть не надо. Ладно. Как бы задвинуть. Странный человек. Так, ну у меня есть эта штука, мне еще надо. Две. А дальше мне что делать? Ну все, теперь я не знаю. На. Управление в твоих руках. А, я только туда хотела нажать. Ну давай. Не ленись. Ладно, если она туда не попадет, то ты играешь. Все, ты играешь. Бесполезно, заперто. Ну, пойдем попробуем в дом сходить. Давай, это куда закрыто. Оп, что случилось? Она идет, я шаги слышу. Я тоже слышу. Будет круто, если все зависло. Угу, все зависло. Да. Пауза работает, эскейп? Эскейп нет. Уже нет. Ну ладно, в принципе, сейчас. Тут быстренько. Mm-hmm. Давай протыка. Да, давай. Я тебе благодарна за это. И спасибо.
Здесь же можно эти пропустить. Там были спойлеры. Ну ладно. Так. Мы знаем, что нам нужно. Да. Ай, жесть. Да ладно. Мы же, в принципе, только в дом Фаральбергов и пошли. Ой, в это... Церковь. Да, мы же только в церкви были. Угу. Давай тогда сейчас до церкви дойдешь, сохранись. Угу. О, капец. Обидно, досадно. Ой, да ладно. Аж стихами заговаря. Эх. Я думаю, сейчас даже минут за 10 это все сделаю. Единственное, просто, ну, диалоги все можно пропустить. Что-то пошло не так. Что? Ну, в плане... Ну, она пропала. Алло. Кейт, ну что? Как? У нас проблема. О, черт. Сразу пойдем в заднюю комнату. Не открывается. Всякие эти... Как их называется? А, ну билет и все такое, мы потом отдадим его. Там проскипаем потом просто разговоры. Что так вздыхаешь? Да не, файл устал. Просто... Не, не устал. Такая сидишь, игра сама в себя играет. Ага, я так смотрю. Ютубчик. Это я считаю, играю через ютубчик практически. У меня же стрим. Мы изобрели технологию будущего. Ага, я сижу и играю на компе за 4000 километров. Ага.
Так, вторая была, по-моему, да? Была лиловая. Лиловая. Должна была быть. А ты какую поставил? Нет, не она. Да, не она. Скипни. А давай посмотрим, что тут будет. Другая музыка. А, ничего не будет. Лиловую бери. Ага. Вот, наверное, горожане думают. Что это вдруг? С ума там сходят. Ага. Эти перфокарты мне больше не нужны. А, меню на правую кнопку мыши. А, да? Да. Чёрт. Чё? Как лох. Почему как лох? Таким звуком они. Надо сохранить, сейчас будет. Ну что, дальше играть-то будешь? А куда дальше? Я просто не знаю. Ну, что у нас осталось? Так, сохранил, да? Ну, нам надо еще две детали добыть. Угу. Не две, а сколько там? Три. Да, три. Ну, по крайней мере, вроде как три. Ну, я что-то не знаю, куда идти. Может быть, в самик дом, в сам дом Фарабера сходить? Ну, попробуем, давай сходим, но... Давай. Давай, иди. Ну, ладно. На фабрику сходить. Так ощущение, дверь выломана там. Дом это направо, да, по-моему? Да. Длинная лестница. Сохранила. Да, на всякий случай. Ну, я думала, не откроет. Надо... Она же сказала, что, типа, не могу там все дела.
Но туда идти типа надо. Дверь заперта, но мне нужно туда. А там, да, там за домом. А, ну мы там были за домом. Еще в этом, в лабиринте. Калитка одна закрыта. А, да. Здесь, в принципе, локаций-то немного. Дверь заперта. Такой звук так вдалеке был. Не, наверное, не пустит. А вот полезно, заперто. Вот там чё? Вот сейчас мы выйдем, там слева есть что? Вот да, вот слева. Вот здесь? Ага, ну ты, по-моему, да. А мы отсюда пришли. А справа. Может, здесь что-нибудь есть? Не, а сейчас. Тут ничего нет. Ладно, попробуем тогда Гансу отдать. Тьфу, не Гансу, а Оскару. Все, что есть. И попробовать отсюда укатить. Хотя, пойдем сходим на фабрику, там же счет есть, клетки есть. Помнишь? Кто? Который... А, да, давай их попробуем, но вряд ли. Другой мы... валик попробуем ставить. А, да, давай. Блин, ты стулья такое ощущение, блять, они просто в пол провалились. Какой ты у нас умный будешь, когда отец увидит, что ты стащил фонарь. Фу, из-за тебя я вся в грязи теперь. Смотри, смотри. Я такие рисунки видела. В книге, в библиотеке. Анна, ты поклялась. Все только между нами. Смотри, там наверху еще что-то. Слушай, пошли домой, а? Похоже, это игрушка. Сейчас я ее достану. Посвети мне. Ганс, там же высоко, не надо. Ганс, осторожно, слышишь? Ганс, нет! Брат провел в коме между жизнью и смертью несколько месяцев. Потом он очнулся. Уже, короче, было это дерьмо не читать, а просто послушать. Мы никогда больше не ходили в пещеру, и до сего дня я никому об этом не рассказывала.
Нет, то дерьмо нужно было почитать. А видишь, он отключился. Отстегнулся, точно. Так, еще надо найти какие-то штуки. Так. Где мы еще? Нам не получается попасть только в две двери. Да, калитка и дом. И дом. Пойдем сходим к Оскару. Посмотрим. Пойдем. Может быть, все уже. Пойдем. Давай, иди. Иди. Ты что, на кроватке что ли же? Нет, я вообще-то сижу. Пошли. Давай. Нет, не вредничай. Сейчас нужно будет очень много потрепаться с Оскаром. Оскаром. Я почему-то Гансом все время пытаюсь назвать. Мы из нее комсомолку сделаем, спортсменка. Жиры растрясет хоть. Она жирная? Ой, нет, нет, нет. Оскар. Пожалуйста, не думай, что ты мне наскучил. У меня. Пойдем сначала фигурки поста. Какая у него большая запазуха. А, значит, здесь еще должно быть две. Видишь, разноцветные, зеленая и красная должны быть. Зеленая, синяя. А эти, видишь, не активны. Может, наверное, все? Ну, давай. Все. Хотя уже можно закругляться, уже полдесятого. Давай тогда. Будем с Оскаром разговаривать? Да. Сейчас. Так ощущение, будто она сейчас перед ним так свою курточку распахнет. Благодарю вас. Почему такое... у тебя всегда такая мысль только об этом? Вот это меня очень напрягает. Ты ни о чем другом поговорить не можешь? Нет, у меня не всегда только мысль об этом. Вот, держи. Но теперь-то мы можем ехать наконец? В данный момент я не могу принять ваш билет, Кейт Уолт. Не понимаю, почему ты до сих пор не можешь принять у меня билет? Все в порядке. А главное для машиниста это... Пунктуальность, я помню. Но теперь-то что стряслось? В чем дело, Оскар? Почему ты не в кабине?
Похоже, у нас проблема технического характера, Кейт Уолкер. Я выполнил все пункты алгоритма подготовки к отъезду, но поезд не двигается с места. Будет ли мне позволено высказать собственное мнение, Кейт Уолкер? Ну да, я слушаю, говори. Боюсь, мы упустили из виду необходимость завести пружины локомотива. Это все? Господи, ну тогда давай заведем их, и дело с концом. Боюсь, в мою программу не заложены данные о том, как это делается, Кейт Уолкер. Возможно, это связано с тем, что работа над моей сборкой была прервана. Так, ладно, я попробую справиться сама. Не думаю, что это так уж сложно. Ты будешь ждать меня здесь, понял? Я скоро вернусь. Благодарю вас, Кейт Уолкер. Так, не уехали. Оскар, это... Оскар, что бы ты сейчас сделал на моем месте? Встроенная в меня система. Почему мы не отправляем? Я должен... Пожалуйста, не думай... У меня... Ну что, будем поезд заводить или на следующий раз тогда ставим? Да, давай на следующий раз. Давай тогда сохранимся. Поезд на пружинках.